Это мы уже в гостинице проснулись. Утро. 5 часов утра почти. Такие две спальни. Ой, две спальни, две кровати. Тенечки здесь наша на ночь спала. Дали дополнительную такую раскладушку раздвижную. Здесь мы сами спали, с детки. Наши чемоданы, сумки, баулы наши ждут нас. Ручку одну порвали, правда. Сейчас завяжем. Вот так. Пойдете. Будем сейчас ждать наших представителей МОМ. И будем лететь опять с пересадкой. Правда, досталось совсем чуть до нашего. Наша Анечка. Опять по дорогу. Опять самолет.